Привет, уважаемые зрители моего канала, с вами Типузик, и сегодня мы продолжаем играть в GTA Liberty City Stories. Да, ребята, короче, скачал другое приложение для записи экрана, потому что долго я мучился, то со стройкой записывал, то с другим приложением, которое по 20 гигабайт за одну запись занимает. И сейчас вот с этим. Решил, короче, без геймпада играть, потому что проблемы там с ним всякие и так далее. Также, ребят, немного подлагивает из-за того, что я, типа, поставил запись на SD-карту, вот, но это не так сильно отразится, я думаю, на игре. Хотя вот уже вижу немножко лаги. Да как немножко, даже немножко. Подождите, нет, ребят, я с этим не согласен. Секунду. Все, ребят, со звуком я более-менее разобрался, с памятью тоже более-менее разобрался, теперь не должно лагать. Потому что почему-то, когда на SD-карту прям вот в прямом эфире хочу что записать, у меня начинает лагать. Наверное, это связано со скоростью SD-карты, не знаю, ну, а так вот сейчас не лагает. Давайте опять, короче, выполнять миссии на извращенца. Кстати, ребят, запись я в том числе поменял из-за того, что у меня почему-то раньше не было таких проблем, а сейчас появилась проблема с тем, что у меня пропадает звук почему-то на видео. Ладно, взрывоопасная ситуация. Угу, клуб лучших, какая там красоточка неоновая, так. А, Тони, извини, не могу выйти к тебе сейчас, занят. Чем ты таким занят? И что за вонь такая? Реально. Слушай, Тони, сегодня мы развлекаем особых специалистов. В интернете от этого тащится. Но это не главное. Главное, это казино Леона в Сент-Марксе. У Синдак оно давно в печатных. Я послышал, что они собираются с землей его сравнять. И чё? Разведайте обстановку в казино. Так он просто мне сказал, что он там наслышан. Так, подождите, я чуть не совсем сварил. Голова чуть не совсем варит. Подождите. Он мне просто сказал. Ладно, сейчас разведаем обстановку, сейчас все увидим. В любом случае. Так. И чё? Тони, это Джей Ди. Слышите, направляется целая толпа быков Синдака. А, да, мы Леон, и там Синдак. Вооруженных до сопов, если что. Так что имей в виду. Ага, спасибо, Джуди, учту. Херена, оружием есть. Ну, вроде в прошлой серии что-то покупал. Да, ребят. Давайте по одному нападать, что я могу сказать. Не, довольно прикольные миссии, да? Правда, касцены такие, знаете, дешевенькие немножко. И чё у меня тут метка стоит? Просто надо, типа, защищать. А, я понял, это казино Леона, но Синдака хотят его сравнять с землей. А мы, так как работаем на Леона, мы вообще из семьи Леона, получается, мы должны защитить. Все, ребята, меня доперло. Так. Красавцы, пацаны, тащим, тащим. Член клана Синдака направляется в вашу сторону, остановите их. Окей. Теперь я понял, ребят, мы работаем на семью, семья это главное. Ну, в принципе, так и есть. Так, ну, по оружию у меня пока ничего нет особо, да? Вообще ничего не дают, ребят. Все за свой счет, все за свой счет. Вроде бы меня должна мафия обеспечивать, моя семья, но в итоге... Вот так вот она мне ко мне жопой поворачивается, блин. Ладно, пофиг. Пофиг. Едут, нет? Я жду. Давайте. Бандиты. Да, конечно, прицел тут не самый удобный из всех игр, которые я играл. Кстати, ребята, да, я скоро начну играть. О, тут можно прицеливаться самому. Прикольно. Почему-то не додумались сделать в других GTA-шках. На телефон. Кто не дурак? Ты зачем сейчас тетку убил? Взял, короче, тетку убил просто так. Так, что там Синдак еще подъезжают? А у меня ХП нет, блин. Что делать? Вот так вот, ребята, блин, живем. Да, уже экшоновые такие миссии пошли. Кстати, вот с узиськой нельзя бегать, да? Жалко. Что же мне было написано, я не понял сейчас, подождите.
Подкрепление, ага. Член Синдака направляется в вашу сторону. Подкрепление Синдака... А, да, все понял. Идет просто, извиняюсь. Так, а где эти? Чего они все так далеко? Ой, на Хаммере. Пацаны, ну если что, меня спасете, хорошо? Вы там стреляйтесь, я встану сюда. Красавцы. Волки. Синдака заминировали... Ой, они хотят, чтобы все казино сделано в воздух. Синдака вообще какие-то психи. Идиоты. Не дайте... А как не дать? Не, ну давай сюда тогда. Вышел. Да бро, мы же бро. Мне нужен важнее, чем тебе. Если я все правильно понимаю, сейчас подъеду, типа, к нему взорву его. Ты будешь стрелять? Серьезно, это так делается в этой игре? О боже. Нет. Дебил, беги. Нет. Блин. Нет. Что? А, я идиот, оказывается, не надо было ничего делать. Так, ладно, у меня есть время маленькое. Маленькое, но есть. А я ему еще колеса пробил. Идиот! А, задание выполнено? Фух. Ребята, я еще так никогда задание не завершал. Вы мертвы. Ну, хотя бы задание выполнено, ничего не могу сказать по этому поводу. Оружие при мне? Да, при мне. Ну, ребята, нормально мы выполнили эту миссию, я считаю, да? Поехали еще одну миссию на жизнь и выполним. Блин. Это сейчас жестко было, конечно. Я это думал, нельзя, чтобы там я сдох. Но оказывается, можно, поэтому поехали, что я могу сказать. Да, ребят, в этой игре есть сигналка, а вот на геймпаде она не работает. На геймпаде не могу нормально камеру менять. Господи, меня раздражает геймпад, конечно. Все, игра на мобиле, я буду проходить на мобиле. Все, никакого геймпада, реально. Особенно от PS3. Вот если бы у меня был геймпад от Xbox в идеальном состоянии, который не живет своей жизнью. Ух, тогда бы я кайфовал. Так, вторая миссия на сегодня — кукольный дом. Так. А, общаться с кем-то. Смотри, Тони, у Синдака тут есть кукольный дом. Казино и бордель в одном флаконе. Вот и славно. За столом поиграли, зато потом к разрядницам. Хе-хе. Так вот, похоже, это заведение играет ключевую роль, понимаешь? Если ты хочешь вывести его из игры, то можешь попробовать взорвать его. Я тебе говорю, с Сальватором мы озолотимся. Да, то есть сейчас мы будем мстить за то, что они пытались взорвать наше казино. Так, достаньте подходящую машину и заминируйте ее. Ну, давайте вот эту. Пойдет? Да. Двигайтесь к метке бомба на радаре, чтобы найти мастерскую бомб восьмерки. Да, ребят, что-то похожее уже было в GTA 3. Да, что-то как-то на Клода похоже немножко. Ладно. И там же находится еще даже. Нифига себе. Какое совпадение. Серьезно, они, я не понимаю, они мою машину взяли, что ли, скорую помощь? Почему они разлобаны по всему городу ездят? Эти скорая помощь люди. Так, ладно. Так, дрифт не получился. И да, ребят, кстати, Слаутер я прошел, поэтому я буду, получается, проходить Слаутер 2. Получается так. Да, надеюсь, эта игра тоже получится такой же крутой, как Слаутер 1. Как крутой? Слаутер 1, конечно, не такая продуманная игра, но... Надеюсь, что Слаутер 2 будет продуманней и будет как бы... Будет как бы круче. Будьте внимательны при езде. Если машина получит сильные повреждения, она взорвется. Окей, меня это не пугает. Вы что думаете, я не крутой?
Я такой крутой. Не надо мне. Так, лады. Что я все о себе? Надо поговорить о сюжете. Ну, как мы уже и поняли, мы мстим за наше казино, которое чуть не взорвали. Я бы еще на месте Тони отомстил за то, что я умер, как бы, да? Но если бы я умер, я бы не смог отомстить. Это понятное дело, конечно. Так. Бойцы Синдака, охраняющие кукольный дом. Че стреляешь, мужик? Не надо, не надо. Я его не узнаю. Так. Ты подожди. А, у меня сразу пульт в руках? А как я должен? Че за бред? Че за бред? А как я должен тогда их? Загоните машину в гараж кукольного дома. А как я должен... Только если протаранить, ну. Ну, или вот так, ребята. Да вы дауны, уедьте. Я тут стреляю, вообще-то вы должны, по идее, испугаться. Мусора тупые. Мусородиоты. Бам, давай. Бум. На нахер. Чё, все? Никаких вам больше сучек и борделей. Все. Это серьезные дела. О, да. Там коктейль Молотова, мне кажется. Задание выполнено 1500. Неплохо. Это что такое? Вы нашли спрятан объект. 1 из 100. А, типа пакета, я понял. Так, ребят, там коктейль Молотова. Давайте возьмем. Так, аккуратно. Так, блин, давай. Не мороси. Отлично, 10 штук. Неплохо. На всякий случай пригодятся. Так. Погнали, короче, теперь выполним третью миссию на сегодня. Нормально, ребят, мы выполняем миссии. Типа, я выполнил... как вам сказать? 5 миссий в первую серию, 4 миссии во вторую... И вот за сегодня уже нормально так выполняем. Так, чё, мы на GD все миссии прошли, я так понимаю? Неплохо, ребят. Сначала спасли Сначала спасли наше казино семейное, как бы, да? Наши 7 миллиона от Синдака. И потом взорвали, короче, бордель Синдака. Ну, ребят, мы работаем, как бы, очень эффективно. Давайте повыполняем миссии на маму, потому что, чё, мы выполнили одну миссию, получается, и все. Да. Иди опозорься перед мамой опять. Большой переполох в маленьком Китае. Так. Якудза опять. Мама, ну поговори уже со мной. Чуть не хочешь говорить со мной, да? Я тебя больше не ма, трус несчастный. Ты меня обманешь, я знаю, почему ты не возвращаешься домой. Потому что ты боишься, отряд. Твой отец, упокой Господь его душу, не сбежал бы из дома, поджав хвост. Ну, ма. Потому что он не был трусом, в отличие от тебя. Пока отряды не начнут тебя уважать, ты мне не сын. Дочь, максимум. И то я подумаю. Да, мать, конечно, у нас вообще такая повернутая. Докажите вашей маме, что вы не боитесь триад. Разберитесь с двумя бандами в Чайнатауне. Легко сказано. Было бы у меня еще чем. Но, думаю, мне хватит, да, вот эти вот патроны. Тони, блин. Тебе делать нечего. Не, понимаю, мама твоя, да? Ты можешь ее как-то успокоить, зайти к ней, поговорить с ней. То, что ты не трус, ты делаешь все для семьи, для Леона. Нет, блин, как не знаю кто. Столкните его куда? Столкните его в кювет. Окей. Чё там все дрожит у него? Давай в кювет пошел. Ах ты. Типа подляныч, да? Я сейчас такую подлянку тебе сделаю, блин, мужик.
А зачем именно в кювет? Я могу и просто расстрелять его, по идее. Нет? Ты в кювет пойдешь сегодня, мужик? Так мне разобраться с тобой надо или столкнуть тебя? Ну, хотя давайте его столкнем. Че я буду на него патрон тратить? Давай в море, мужик. Мне кажется, ты сам всю работу сделаешь. Просто вперед езжай. Уй, молодец-то какой. Так, первый готов. Ваша задница надрал Тони Сиприани. Хорошенько запомните это имя, ублюдки. Ты кому это говоришь, мужик? Там уже никого нету. Да. Итак, со второй бандой. Что, тоже едет, получается, да? Так, аккуратно. Что, туда не проехать? Эх, часу сейчас заварушка будет. Так. Хотя нет, не будет. Вот и все. Задание выполнено. Да, на мамочку, правда, денег мне никто не платит. Да, было бы странно, если бы мне мама платила деньги. Лады. Третья миссия на сегодня выполнена. Поехали выполнять четвертую. Ну, миссия на маму-то так чисто. Докажи кому-то, что ты мой сын. Вот чё-чё типа такого. Типа мамочка просто доказываем, что мы маменькин сынок. Да. Как бы это странно ни звучало. Оп. Зря это сделал. Лады. Четвертая на сегодня миссия. Молодец, Тони. Все же сегодня миссия скользкий сак. Скользкий сака? Что? Ма, я вернулся. Господи, как же ты похудел! Если бы ты жил с мамочкой, хотя бы кушал как следует, посмотри на его лицо просто. И на каких машинах ты ездишь? Мне стыдно за тебя, Антонио. Очень стыдно. Люди подумают, что я тебя плохо воспитала. Чего же ты хочешь, ма? Ты же знаешь, я для тебя все сделаю. Реально, что она хочет? Сак сегодня, он сейчас в отгонках по городу. Вот если бы ты хоть немного подходил на него. Он-то свою мамочку любит и в обиду не даст. Ну-ну. Сейчас мы его сдернем просто. Конечно, будь жив твой отец, гонку бы выиграл он. И придачу бы умыло кровью. Да, твой папа заставил бы его землю жрать. Твой отец был настоящим мужиком с яйцами. Не то, что ты, сынок. Да, ребят. Бывают и такие мамы. Лады. Садись в машину, отправляйтесь на гонку. Докажите маме, что вы круче Сако. Выиграйте гонку, а потом замочите его. Бедный Сако. Сначала опозорится, а потом и умрет. Сако, Сако, Сако. Бедный Сако. Ладно, ладно. Бедный, бедный Сако. Так. Но мы на быстрой машине с антенной мафией, поэтому мы его сдернем как следует, я считаю. А потом еще и убьем. Отлично. 3, 2, 1. Кстати, в GTA 3 тоже были гонки, но они были, по-моему, только на телефон. На телефончике, если не ошибаюсь. Так, ну все, Сака, я обогнал, давай, все, убиваем. Ладно, шутка. Шутканул. Кстати говоря, как мы будем в следующий город перебираться, если тут мост сломан? Хотя, вот подождите, получается, его построят до событий в GTA 3, построят уже, и потом в GTA 3 бомба взорвется, вот это вот, и мост опять разрушится, я правильно понимаю? Его опять потом построят. А тут его, не знаю почему, типа, сломали, я даже не знаю. Надо вот посмотреть, потому что там пикап информации стоит, почему, типа, мост закрыт. Надо будет реально посмотреть, потому что... Ну, потому что почему он сломан, типа. Надо реально узнать. А вдруг там какая-то нелогичная ошибка в сюжетах? А? Тут надо будет узнать, да. Ладно. Че все ошибки ищу? Надо наслаждаться игрой, Саня. Не искать ошибки всякие, а наслаждаться. Даже если там... что-то не так с игрой будет. Надо ей наслаждаться, понимаешь, Санек? Не ошибки искать. Так. Угу. Бля. Ага, так. Ну, поехали.
Вот ты, козел, еще и остановился, прикиньте. Ладно, пофиг, мы и так выиграли. В принципе, легенькая гоночка, да? Ничего особенного. Барри, посмотрел на меня и уехал. Ну, Сако. Чтобы выстрелить на ходу, да, я знаю. Но патрон мне так и не дали. А вдруг у меня бы к этому моменту не было патрон? А? Не про... Ладно, ладно. Чувак. Ну, чувак, ну как бы... Ну как бы, чувак. А кто мне косарь дал, мама? Или загонку мне дали? Ладно. Кстати, сейчас мы посмотрим, что там по мосту. Так. Теперь ваши имена слуху у всех, кто участвует в гонках. Теперь вы можете принимать гонки, да? Просто слишком быстро все читается как-то. А, кстати, что такое? А, это восьмерка. Так. Калаханский мост. Ведутся строительные работы. Ожидается дата завершения работ. Май 1998. Окей. То есть его еще не построили, оказывается, в то время. То есть, получается, события GTA Liberty City Stories в 98-м, а в GTA 3 в 2001-м. Вот как все завернуто у нас. Да уж. Получается, клубом Луиджи владеет теперь... Не, хотя не. Там же было написано, типа, Луиджи, типа, будет недоволен. Ну, что тогда JD говорил про Луиджи? То есть Луиджи уже в этой вселенной существует, получается, он уже владеет клубом. Окей. Так. Мамочка, привет. Пятая миссия сегодня. Капец, мы за 20 минут 5 миссий уже выполнили. Жесть. Ну, почти выполнили. 4, можно сказать, выполнили, да. Пятая миссия — мясо. Мясо. Сейчас будет реально мясо. Так. Да что за... Хахаль. Видели, как он криво ходил? Ма! Ма, ты там? Я с тобой больше не разговариваю, Тони. Ты позор нашей семьи, ты. Не сицилийца, говно. После того, как ты сфоткал козу, он перестал платить. Там за крышу. Ты предпринял что-нибудь? Нихера. Твой отец давно бы из него котлету сделал. Коза, может, и со странностями. Но и хотя бы яйца есть. Жалко, что у тебя их нет. Да. А почему миссия яйца называется? Ой, мясо называется. Отец из котлет бы сделал? Ну и ладно, мам, как скажешь. А, она в машине типа была и уехала, ладно. Загляните в гастрономический магазин Джонни Козы и убедите его проехаться с вами. Окей. Мясо, миссия мясо называется. Что-то странно как-то. Ну ладно, давайте поедем. Так, аккуратненько. Блин. Капец от машин. А, я еще не туда поехал. Ладно, похер. Я просто на карту не смотрел и за дорогой следил. Так и надо, ребят, за дорогой следить, чтобы никого не врезаться, никого не убить. Слушайте мои советы и никогда не сядьте в тюрьму. Так, ладно. Чё мы о хорошем? Надо о плохом. Ха-ха-ха, какие у меня смешные шутки. Привет, Тони, как дела? Что случилось? А, это он. Нам с тобой надо потолковать, Казан. Только не здесь, наедине. Отвезите козу на лесопилку. Почему так коза? Он же мужик. Типа козел должен быть, по идее. Ну, куда мы поедем? Буду его так озвучивать. Ну, поехали. У нас же все хорошо, да, Тони? Ну, да. Если не считать того, что я сплю тут фотки. Я беру все, что должен. Обещаю. Мне просто нужно немного времени. Окей. Он что-то заподозривает, ребят. Твоя мать же любит острые колбаски. Да хуй. Я сам... А, я думал, на другое намекают. Ладно. Так. Подъезжаем. И что мы с ним делаем? Сейчас будем его типа избивать? Так. О, там что-то лежало. Бензопила. Так о чем ты хотел потолковать, Тони? Про бабки за крышу?
Да или нет? Тони? Не особо... Можно говориться, да, Тони? Да, просто поговорим. Люди разучились говорить. Коза, встань вот туда и завали хлебало. Ладно, Тони, но я тут рядом с мясорубкой, мне как-то стрёмно. Эй, осторожно с этой штукой, Тони. Это может же разрубить меня. Что? Дайте-ка я... Что? Мы из него будем мясо готовить? Сюда! Свинка! А, ты мой! Капюшон, как Сиджей бегает. Стоять! Блин, я устал. Помогите! Чё он там кричал? Не, мужики, никто не поможет. Да не могу, у меня, короче, персонаж устает. Вот, Тони, в самый ответственный момент устаешь. Так, подождите, а чё камера не меняется? Нельзя, что ли? Вытащи меня отсюда. Ты бесишь, не убегай. Жердя, я тебя все равно догоню, понимаешь? А, у меня только топорик, да? Да я не могу его догнать. У него как будто вообще бесконечный бег. Отдышись, Томми, Тони. И побежал! На! Один удар уже есть, ребят. Мой шанс. Был шанс. Я его просрал. Да я пытаюсь, блин. Да ты козел. Да ты козел. Стоять. Я ему топором ударил, как можно так бегать с ранением. Блин, ребят, мне кажется, я один так долго эту миссию прохожу. Ну, серьезно, догнать его не могу. У меня был шанс, я его просрал. Серьезно, я мог его тогда убить. Ладно. Ну все, мужик, выхода нет. На! Вот и все. О, господи, что ты делаешь, что не? Мусора приехали. Вызвал кто-то, походу. Мясо для специалистских колбасок для коза погружено в фургон. Теперь нужно достать его. Мы серьезно человечно сделали? Блин, ребят. Ну ладно, поехали в пейнтспрей. Почему-то меня сейчас подлагало жестко. Ну ладно, пофиг. Поехали в пейнтспрей. Да уж. Козы больше, ребята, нет. Нету больше козла нашего родненького. Да уж. Как-то даже грустненько, на самом деле. Да? Ладно, пофиг. Ну, блин, Тони, ну я не знал, что ты каннибал. Ну, ты как бы не каннибал, но люди, которые будут есть, типа, они теперь будут каннибалами, получается. Они же не будут знать, что это человечное. Правильно понимаю? Не, правильно, типа, понимаю, да? Не, типа, реально, правильно понимаю. Ну, Тони, типа, ты теперь заморал руки, я могу так сказать. Сейчас мы... Сейчас из него будут делать котлетки и есть, получается. Достать мясо в магазин козы. А як вкусно, или как там? А пахнет як? Да уж. Да. Не ожидал, что такой поворот будет на самом деле. Я думал, миссия мяса, типа, сейчас там перестрелки какие-нибудь начнутся с его охраной там и так далее, но нет. Вы просто его взяли, порубили и продали в его же магазин. Топ-топ. Патя мяса? Мне не сообщали. Ух ты, налет на зоопарк был, что ли?
Сколько мяса-то тут? Вкусно. Ладно, блин. Хорошо, что козы здесь нет. Если он узнает... Ой, блин. Ну, даже попробовал. Фу, идиот. Но он не знал, с другой стороны. А кто меня палит? Триада уже против меня, получается, да? Охеренно. Ладно, ребят, на этом я буду завершать тогда. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте колокольчики. Мы вот сегодня тоже достаточно продуктивную серию замутили. У нас вообще каждая серия по GTA Liberty City Stories продуктивная. Ну, игра достаточно легкая, могу так сказать. Я провалил только пока одну миссию. Всего. Ладно, ребят, всем удачи и всем пока-пока.